Меня зовут Асла, и мне почти 14. Всем привет, ребята. Сегодня я задаю рандомные вопросы моим сестрам, чтобы посмотреть на разницу в их возрасте. Поехали. Меня зовут Аслам, и мне 14 лет. Менің атым Сұлу, маған 9 жас. Любовь — это верность и доверие. Махаббат деген это жақсы көру, сезімі бар. Я бы хотела бы получить много сладкого и дальше, наверное, цветы. Жұмсақ ойыншық, потом пижама. Я бы изменила себе фигуру. Ну, типа, чтобы у меня появилась талия, и ноги стали немного худыми. Штеми. Тебе все нравится, да? Да. Я не занимаюсь спортом. Приседания. Я недавно хотела стать поваром, потому что думала, что я буду много зарабатывать. Но потом я вчера передумала и решила стать медсестрой. Потому что я хочу, чтобы я лечила своих родных, чтобы они не стояли в очереди, чтобы ждать, пока их примут. Сатуша, чтобы ахшам как полды? На Анджелина Джоли. Серьезно? Ну да. На Чарли.